сама снимает. Сергей Александрович, пару слов. Пару слов. Как я вас давно не видел. Слышно? Здравствуйте. Наверное, зайти на зале слышно. Что это за символический? Знаете, это зима вчера. Это я сделал сейчас. Ключ надо или нет? Евраз. Евраз. Ев-два. Гулял Евраз. Вот это выходи. Волка, ой, а то, или гусь рассказал, или кто-то рассказал, только что. Говорит, он пришел к ней в гости знакомиться с родителями без презерватива, с лопатой и с саженцем. Ленский, Онегин. Мадам, я на себя взял смелость привезть приятеля. Рекомендую вам, Онегин мой сосед. Я очень счастлив. Помилуйте, здоровья вам. Сестрёнки, вот дочери мои. Я очень-очень рад. Счастлив,
Как счастлив я снова вижу свой. Скажите мне, я думаю, бывает вам прискучно здесь, в глуши, хотя прелестной, но далекой, не думаю, чтоб много развлечений дано вам было. Ольга, как одна безумная душа поэта, еще любить осуждена. Мой дядя самых честных правил, когда не в шутку зовет. Он уважать себя заставил, и лучше выдумать не мог, его пример другим наукам. Но, боже мой, какая скука! Привела давно умолку.
хочу. Я за нее вам отплачу признанием также без искусства. Примите же исповедь мою, себя на суд вам отдаю. Сцена Трике. Вот сам Трике ходит и снимает. Это Володя. Ты забыл? Это девочка.
Снимаю за подглядывающего. Мы же там начинаем петь, не слышите вообще ничего, потому что петь разговариваем. Не, вы поешьте куды-куды. Да куды-куды там целая. Серега, да, на ВД. Главным. Генеральным. Она мешает. Да. Смотри, Самвелка, ты ко мне подходишь, мне дам, и ты мне должен взять типа, ручку, да, поцеловать? Ну да, я могу тебя так делать. Ну она, это... Хорошо. Хорошо. Ты она, сядешь там. Я скажу, медам, я буду начинать. Хорошо. Теперь мне не мешай. Я там хотела, да. Медам, я буду начинать. Делаю так. Хорошо. Зоя и Самвел. Это ты свой блок ведешь? Хочешь стать знаменитым и популярным? Обязательно. Игорь Бабенко, молодец. Ремин и они. Реминский бал. Итак, пойдем, тебя представлю я. Yeah.